Здравствуйте. Новый театральный сезон «Русский театр» начал с новым директором, художественным руководителем Еленой Пушкиной-Шрамко. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, коллеги. Объясните мне неразумному, какая логика, кроме финансовой, в совмещении должности коня и трепетной Вани? Вы знаете, если бы я могла вам ответить на этот вопрос, по-моему, этот вопрос надо не ко мне обращать, потому что я сама не очень понимаю, зачем это было сделано. Но раз уже так мне выпало совмещать эти две должности, я попыталась для себя, естественно, это оправдать. Мне немножечко проще. У меня есть относительное экономическое образование и очень серьезное театральное образование. У меня два института по одному и тому же профилю. Режиссер, постановщик театра. Карпенко-Карова и... Карпенко-Карова и Московский институт культуры. Но там очень серьезный институт культуры. Именно режиссерский факультет там очень серьезный. С учебными театрами. Мария Иосифовна Кнебель была нашим куратором до того, как она умерла. Ну, вы понимаете, да, что это да, немножко... Это школа, да. Это школа, это уровень. И мой педагог, который мне преподавала, она профессор. Очень серьезный профессор. И у нее масса учеников. Вот тот же Анатолий Лабоцкий... Ну, всем известный, да. Он учился до меня на один курс раньше именно у нашего педагога. Поэтому школа там была очень серьезная, вплоть до того, что когда мы 1 сентября на первом курсе института ушли из аудитории в 12 ночи после режиссуры, нам сказали, это цветочки, ягодки будут впереди. Ягодки начались ровно через месяц. Мы практически ночевали в институте. Это очень серьезная школа. А второе школа. Образование? Второе образование вы имеете в виду? Карпенко-Карова? Да. Экономическое – это открытый британский университет, номерные дипломы, сдавали мы экзамены, именно принимали кураторы из Англии, проверяли это все. И я имею право работать, финансовый менеджмент у меня и маркетинг. Два образования, которые с этими дипломами я имею право работать за рубежа. Какой театр вы собираетесь делать? Знаете, какой театр? Вот есть у меня такая мечта. Ну, мечта, конечно, не всегда это может быть воплощена, но это руководство к действию. Я хочу, чтобы на билеты, за билетами на наш спектакль, нашего театра, люди стояли на Соборной площади и спрашивали, нет ли у вас лишнего билетика. Да, мечта, да, абсурд. Но я думаю, что, возможно, мы это сделаем. Скажите, вы считаете театр трибуной или лабораторией, которая изучает человека, ситуации, проблемы? Театр – это жизнь. А жизнь – это и лаборатория, и трибуна, и взлеты, и падения. Мы же знаем, да, что жизнь – и театр – это, в принципе, практически одно и то же. Все мы там артисты и так далее. Театр – живой организм. И он не может быть либо трибуной, ура, патриотизм, или мы лаборатория, и мы вот заушные спектакли какие-то ставим. Там должно быть все. Все, что интересно сегодняшнему нашему зрителю и интересно нам прежде всего. Вот по поводу всего. Вот представим, есть у вас условные 100 гривен, на которые можно поставить два крепких спектакля, занять актеров, ну, в общем, нормально. Или на эти же 100 гривен можно сделать спектакль «Бомба». Что вы выберете? Я не понимаю, что в вашем контексте понимается под спектаклем «Бомбой». Любой спектакль должен быть бомбой. Ну, любой, ну что вы же профессиональный должен человек. Должен быть, я не сказала, что есть, да. Но должен быть. Ну, когда мы вкладываем деньги... во что-то, мы понимаем, вот во что мы вкладываем. Этом, да. Для этого существует такое понятие, как худсовет и техсовет, через который должны пройти режиссеры-постановщики, которые должны нас убедить в том, что их спектакль будет бомбой. Тогда мы можем вкладывать 100 гривен условных либо в этого режиссера, либо в другого. У нас есть право выбора. Это раз. Для этого и существует два вот этих вот необходимых театра-институции. Художественный совет и технический совет. Технический совет говорит, насколько мы можем это сделать, насколько есть технические условия. Художественный совет оценивает, насколько это художественно целесообразно данная постановка. Это первое. Второе. Конечно же, хочется эффективно управлять деньгами. Поэтому совмещение этих двух должностей, возможно, и имеет смысл в
том плане, что эффективное управление и планирование фонда развития театра должно быть. И исходя вот из этих параметров, мы и будем строить свою работу. Эффективное управление согласно нашему плану развития театра. А дальше я хочу сказать, что я вижу в своем театре только талантливых режиссеров. Да. Но они должны нас убедить, что для нашего театра они совершенно необходимы. Ну вот художественный совет. До вашего прихода на директорскую должность его не было. Ну зачем вам было это? Это же лишнее мнение. Это еще один барьер какой-то и так далее. Так решили и все. Я вам объясню. Сколько людей, столько и мнений. Есть худсовет, нет худсовета, эти мнения будут высказываться. Но у худсовета есть... только рекомендательная функция, совещательный голос. Да. Они, по большому счету, не решают. Вот мы так сказали, так и будет. Решаю в любом случае. Я в силу этого, и были совмещены эти две должности. Я понимаю, сколько у нас денег, и я понимаю, что нам надо. Но не советоваться с коллективом, а тем более с делегированными членами коллектива. Вы же поймите, художественный совет – это делегированные члены коллектива. Им коллектив доверил делегировать их мнение. А так как мы варимся в одном помещении, на одной сцене, в одном театре, мы знаем друг друга не понаслышке. И, в общем, если... Ну, вы-то там, допустим, больше 30 лет уже варитесь. Да. Но дело не в этом. Я говорю, если, допустим, мы делегируем депутатам какие-то свои полномочия, мы не всегда можем спросить. А вот в театре, господа артисты, у членов художественного совета, кому они делегировали свои полномочия, да, они могут спросить, и спросить очень жестко. Поэтому здесь нет никаких ни разночтений, ни разногласий. Это инструмент дополнительного общения с коллективом. Да, и с внешним миром. Да, но объясните мне неразумному, как можно предугадать, что будет? Прекрасная пьеса, прекрасные актеры, замечательный режиссер, а потом нередко получается. Ну, мы видим. Ну, вы знаете, как предугадать? Когда вы вот так вот три категории назвали в одном, да, ну, обычно провалов не бывает. Ну, я не помню на своей памяти, чтобы все три компонента были вместе, и спектакль не получился. Значит, там не продумана только одна единственная... Нет, там не продумана одна только единственная вещь. Не смогли предложить свои правила игры зрителю так, чтобы он их принял и при этом еще и получил то чувство удовлетворения, ради которого он пришел в театр. Удовлетворился эстетически. Если зритель эстетически удовлетворен, провала не будет. Я понимаю, зритель разный. Да, ну, в основном... Да, это замечательные слова, эстетика и так далее. А если конкретнее, какими критериями лично вы руководствуетесь, когда считаете хорошо или плохо, имеется в виду театральный спектакль? Я вам скажу. Для меня критерий только один, как, допустим, у режиссера-зрителя. Да, вот я смотрю какой-то спектакль. Если я сижу, извините, вот так, значит, мое тело говорит о том, что мне, в общем-то, ну, так скучновато. Если я сижу вот так, мне очень скучно. Если я сижу вот так, я вся там. Вот это единственный критерий оценки зрительской реакции. Если зритель не... А я, значит, увлечена. Я не смотрю, как же этот режиссер все замечательно сделал или плохо сделал. Я не ищу блох в данном спектакле. Я получаю удовольствие. Я вся там. Я принимаю те правила игры, которые мне предложили со сцены. Блохи находятся автоматически. У профессионального человека, мне кажется, иначе не бывает. Ну... Вы понимаете, есть бложки, есть тенденция приходить, вот моих коллег, да и у меня, в общем-то, грешна, приходить и искать их. Но бывают спектакли, когда сел вроде с целью, а я сейчас поищу что-нибудь, да, и так увлекло тебе это зрелище, что ты уже, собственно, забыл, зачем ты сюда пришел. Вот это, вот как это сделать? Если бы знали, как, мы были бы, наверное, компьютерами.
Ну, ввели программу и все. Творчество – это творчество. Оно предполагает одну единственную вещь. Это полет мысли. Понимаете? Куда этот полет заведет? Никто вам гарантировать не может. Вы сами это прекрасно понимаете. Вот полет мысли в ближайший сезон и в дальнейшем. Ваша мысль будет лететь в сторону русской классики, зарубежной драматургии, современной драматургии, о жизни сегодняшней. Как вы это видите? Или совмещение? Ну, конечно, совмещение. Прежде всего, необходим у нас баланс между кассовыми спектаклями. Вот репертуар строится как? Так же, как по закону маркетинга, да? Есть звезды, спектакли звезды, они так и называются там, в том же маркетинге. Есть дойные коровы. У вас. Ну, вы знаете, сегодня звездочкой взошли баламуты. Такая это звезда. Премьера. Ну, премьера была еще в феврале, но он еще считается премьерным спектаклем. И с каждым разом, когда я вижу зрителей, в том числе мы вчера открывались им, я вижу этот восторг зрительного зала, и я считаю, что это такая своеобразная звездочка. Несомненная звезда – это у нас, конечно же, «Вий» спектакль, который 14 лет идет на аншлагах. И мы сейас договорились, что Георгий Анатольевич, мы уже подписали договор, будет полностью его восстанавливать. Да, режиссер-постановщик будет полностью восстанавливать со своими хормейстерами. То есть он берет бригаду своих ребят, которым он доверяет восстановление этого спектакля. Потом он приезжает, его полностью восстанавливает. Мы за это время восстановили полностью оформление, сделали все заново. Сделали пожарную пропитку спектакля полностью, то есть чтобы к нам не было никаких претензий. И основное, что мы сейчас немножечко переделываем между тем, что было и то, что сейчас будет, я поставила задачу, чтобы в первых рядах, вот на Сорочинской ярмарке, на там, всех массовых сценах работали актеры нашего театра. Приглашенных как можно меньше. Потому что наши актеры должны работать в этом. И наши актеры должны передавать это все. Несомненно, все наши последние премьерные спектакли тоже пользуются очень большой популярностью. В принципе, у нас, по большому счету, практически нет по зрителю вот провалов от спектаклей, на которые ходят, на которые не ходят. Но касаемо баланса, вы понимаете, что спектакли, вот, так скажем, программные, они несколько элитные. Я не могу сказать, зрители не бывают элитные или не элитные. Зритель бывает очень думающий и думающий. Вот очень думающий, который много прочитал, он пришел совместить свое восприятие данного автора и то, что ему показали. Думающий зритель, он просто пришел посмотреть, а как это сделано. И опять-таки получить удовольствие. Поэтому есть спектакли, ну как можно расстаться, допустим, с дядей Ваней? Ну и кассу на нем тоже уже не сделаешь. А так как мы, в общем-то, не получаем стопроцентную дотацию от государства, мы обязаны себе на зарплату и на те же какие-то вещи, вот на этот фонд развития зарабатывать сами. Поэтому мы будем балансировать, но не между плохим и хорошим. А между хорошим и хорошим только одно хорошее дает нам еще и хорошую кассу, второе хорошее просто обязано быть в репертуаре. Да, такие как Чехов, допустим. Ну, вы понимаете, о каких авторах мы говорим. Хорошее – это хорошо забытое старое. Но, насколько я знаю, вы не забываете и собираетесь восстановить «Закат». Да. Известно, что Бабель читал в вашем театре пьесу. Что вам известно еще, кроме этого факта? Значит, кроме этого факта, когда мы в 87-м году, Виктор Максимович Стрижов приступал к этому спектаклю, я была у него вторым режиссером. Это тоже такой вот факт, который не там всегда еще известен. Школьник играл, Олег. Нет, он-то играл, я говорю, как режиссер. Да. Поэтому мы с Виктором Максимовичем, я знаю все, что он задумывал, о чем мы говорили, и с Журбиным, и так далее, мы обговаривали все эти вещи. Значит, первое тогда, что Виктор Максимович привнес, этот «Закат», вот, который был практически 30 лет назад, он был совмещен с музыкой Журбина. Но это не был «Бендюжник и король». Это был «Закат Бабеля», оформленный музыкально мюзиклом Журбина. Понимаете, это такой вот ход своеобразный. И не мюзикл, и не просто спектакль.
Этот ход мы оставляем, потому что и Виктор Максимович дал свое добро, я ему звонила. Так вот, когда 30 лет назад мы приступали к этому спектаклю, я попросила оформить мне разрешение, потом к этому присоединился Олег Львович Школьник, тогда еще молодой человек, который был Олег, я была Леной, оформить разрешение на допуск в архивы. И вот там мы как раз, кстати, и нашли вот тот факт, о котором вы сейчас сказали. То есть это ваше открытие? Да, и даже был у нас такой известный критик Владимирский, он считал, что первая постановка Борис была в Украине, Борис Владимирский. Ныне да, умница, да, большая умница, которая по Бабелю защищала диссертацию. И мы ему таки доказали с фактами, что первая постановка, правда, не очень удачная, надо сказать, «Бабелевского заката» была в русском театре. Она была ровно на 2 недели раньше, чем закат, поставленный в украинском театре, нашем же. Есть фотография, вот ее сейчас надо достать из архивов, где Бабель в нашем репзале читает закат. Поэтому я считаю, что, в принципе, все звезды на сегодняшний момент сошлись, потому что первая постановка заката Бабеля была в нашем театре в 27-м году, 26 октября, то бишь, ровно, считайте, вот завтра, послезавтра будет 90 лет первой постановки в нашем театре. В июне, 6 июня 1988 года, то бишь, через несколько месяцев, да, после 30 лет второй постановки, ну, вы же понимаете, мы же не могли мимо этого пройти. Там еще очень много всевозможных фактов, я не хочу сейчас занимать зрительское внимание. Мы сделаем большой-большой развернутый стенд в процессе постановки спектакля для зрителя. Вот типа небольшого такого музейного стенда по истории заката в нашем театре. И я так рассчитываю, что этот спектакль имеет право быть визитной карточкой Одесского русского театра на нашем пространстве. Ну, сам Бог велел. А кроме заката, что еще нового в этом сезоне увидит зритель? В этом сезоне мы... Ну, детская сказка, понятно, новогодняя. Mm-hmm. Это уже традиционно. Это наш конек. Не знаю, сможем мы или нет, поэтому говорить на эту тему не буду. Есть одна задумка, но она пока в проекте, не имею права говорить. И опять-таки... Георгий Анатольевич Ковтун рвется в бой. У него тоже есть большой-большой сюрприз. Он сказал, это сюрприз, поэтому тоже не скажу, но я тебе гарантирую, это будет вау. Пока так. Ну, поймите, я ищу директор только 1.5 месяца. Даже 1.5-то нет. Ну, 1.5 месяца. Я не могу на сегодняшний момент выстрелить сразу там 10 названий. Ну, не могу физически. Я понимаю, что это неправильно, и такого не будет. Ну, вот одна огромная работа с закатом. Вторая огромная работа, подчеркиваю, по восстановлению Вии. Это огромная работа, потому что все надо привести. Это опять новые репетиции с солистами, это репетиции танцев, это потом огромная сборная репетиции, не однодневная, а недельные сборные репетиции всего спектакля. Это огромнейшая работа, поверьте. Затем у нас есть в планах 14 ноября мы с Вием должны играть в Киеве, в Театре оперетты. А зачем вам везти его туда? А пусть знают своих героев. А почему столица не в курсе, что есть такой шикарный спектакль в Одессе? Их сюда пригласить нереально. Их но это те, кого? Киевля... Министерство культуры? И они в том числе. И они в том числе. Понимаете, я не люблю слово «пиар», но иногда нам надо в нашей профессии пиариться. В хорошем смысле этого слова. Ну, извините, я готов с вами поспорить. Да. В моей журналистской, если так можно сказать, практике во времена Кучмы был смешной случай. Теперь смешной, а тогда просто меня поразил. Задержался самолет с тогдашним президентом, который должен был прилететь на совещание и ехать в Южный, если я не ошибаюсь. Но самолет задержался там на несколько часов. И это совещание, чтобы не нарушать график президента, приехало к президенту в Одессу. Это не похоже? Вы знаете, нет. Мы же не для Министерства культуры играем. Мы их планируем пригласить. Понимаете, пригласить. Придут, не придут, вы же понимаете. Мы киевлянам это показываем. Вы понимаете, когда говорят, что русский театр,
в Украине не нужен. Мы им хотим доказать, что не только нужен, а имеет право существовать, и что мы тоже ставим украинскую классику Гоголя и на свой манер, и у нас замечательный спектакль. Я считаю, что вы не должны оправдываться, а людей, которые считают русский театр как театр вражеский, то это их проблема, а не ваша. Совершенно верно, но мы должны доказывать. Извините, вот мы открываем 142 сезон. Значит, 141 сезон русский театр в Одессе был нужен. Старейший театр. Старейший театр. Мы открываем сейчас 142 сезон. Ну, мы же должны показать, кто. Но почему нет? Вы понимаете, такого рода гастроли и для коллектива нужны. Мы же хотим тоже еще приехать куда-то и показать. Ну, это театральное свойство в первую очередь. Конечно. Ну, уже если ехать, так уже ехать, что называется. Может быть, проторим дорожку и будем на киевскую площадку привозить и остальные наши спектакли по чуть-чуть, потихонечку. Но надо так красиво въехать туда. Тем более поступило предложение, скажем так мягко. Не поступило бы, может быть, мы и не решились. Ну, и замечательно. Судьба театрального фестиваля. Судьба театрального фестиваля, я думаю, будет продолжена, потому что мне поступили предложения. Единственное, что это будут еще расширенные приглашения театров. Планируется Прибалтика, планируется Греция, планируется. И планируется где-то в сентябре поступило такое предложение. А языковые проблемы? Вы знаете, сейчас нет проблем. Перевод над зеркалом бегущая сцены. Бегущая строка, да. Вспоминая, как приехал театр Гешер, понимаете, не было проблем. Мы все поняли. И нам даже строка была не нужна. Если это действительно театральный спектакль, можно даже и не обращать внимания, на каком языке. Язык – это одно из средств выражения. Но если пластика тела и события настолько артистами и режиссерами простроены, что мы просто по пластике тела понимаем, о чем, собственно говоря, суть. Ну, если человек плачет, мы понимаем, что он плачет. Ну, нам только языком иногда там доказывают, что он плачет вот поэтому, потому что, а не потому что. Вот это уже другое дело. Но для этого есть, конечно, синхронный перевод. Это не проблема. И блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Одесса – это? Мама. Любимый отдых? Ой. Ну, вы же сказали, не отдыхайте. Вот об этом. Вот я поэтому и задумалась. Любимый отдых. Вы знаете, так говорят, что отдых – это смена занятий. Поэтому любимый отдых – немножечко сменить одно занятие на другое. Сначала быть директором, потом режиссером и наоборот. Любимое место в Одессе? Русский театр. Любимая еда? Кофе с сигаретой. Любимый драматург? Сложно, очень сложно. Я влюбляюсь, я обязана влюбляться в каждого драматурга, которого я ставлю. Но очень люблю Горького. Любимый спектакль? Последнее время «Баламуты». Любимый литературный герой? Вы знаете, даже и не знаю вот так, чтобы я их всех, в общем-то, люблю. Любимый актер? Из наших или... Вообще. Тоже не могу сказать. Плеяда актеров. Объясню даже просто, почему в блице. Дело в том, что я люблю тех актеров, с которыми я работаю. Понимаете? А вот просто делать из кого-то вот это вау и больше ничего. Нет, это, наверное, неправильно. Любимый детский актер. Они все мои любимые. Ну, не могу я предать и выделить кого-то одного. Они все мои любимые, и не кривлю душой. Какое из человеческих свойств вы не приемлете более всего? Нож в спину. И, наконец, любимое выражение. Пусть все будет хорошо. Пусть все будет хорошо. С вами был новый директор Русского театра Елена Пушкина-Шрамко. Всего доброго. We'll be right back.